В городском доме культуры продолжается подготовка к праздничному гулянию в новогоднюю ночь. В этом году оно начнется в 1:30 и продлится до 5 утра. По мнению организаторов, к половине второго жители окружной столицы успеют насладиться праздничным застольем в кругу семьи, родных и добраться до площади Марацей. Первые полтора часа у нас будет идти эстрадный концерт, значит, с интерактивом. И если последующие два часа – это новогодняя дискотека, также с творческими номерами, потанцовками различными, хореографическими номерами. Поэтому я думаю, что будет достаточно зажигательно, интересно, и будет масса интересных конкурсов. Для того, чтобы все желающие смогли в эту ночь добраться до центральной площади, будет работать общественный транспорт. Расписание движения и маршрут между Наринмаром и поселком Искателей пока уточняется.